Не будем деда оживлять. И сегодня я купил электронное зажигание. Я думаю, ты один справишься его. Как в юности мы попробуем. Не матерись. Тут приличные люди есть. Мотоцикл покрыт. Там уже завелась жизнь. Изолента. Изолента. Кстати, ручка газа что-то там еще херовничала. Она работает? Да. О, рассчитывал на то, что придется ручку газа еще ремонтировать. И бронепровода на месте. Если он на нейтралке, то давай, вытаскивай. Да должен был на нейтралке. Давай, давай еще. Господи, да. Как-то в детстве я с ним легко справлялся. Старый стал, Андрюша. Говори. Давай попробуем его сначала на этом зажигании завести. Смотри, какой он вообще брутальный, да? Вилка какая у него передняя. Это уже новая вилка. Какая новая? Это турист. Ну турист, таких же не было. Турист. Почему? Турист, он всегда был такой. У меня есть еще колеса на него шипастые такие, знаешь, здоровые. Да, знаешь, моего мотоцикла. Но вот я его подниму повыше и колеса такие поставлю. Эндурик советский. У него еще ножка должна быть? Да. Вот здесь. Фары нет. И как я систему зажигания собрал, не помню. Но вот это, наверное, я сделал на стоп. Где-то должно быть два провода на аккуму. Вот это один. А, ну и второй. Второй, видимо, это масса. Неси, короче, аккумулятор. Так он на трех гайках держится цилиндр. А, ну все. На трех гайках держится цилиндр, все нормально. Да, можно. Да, да. Что там, блядь. В баке совсем порнография? В баке воняет чем-то дохлым. Как будто там кто-то сдохло. Все выливать? Да не. Сколько туда надо залить-то, чтобы он завелся? Ну половину, что, вылилось. Нет, да хватит уже. Хватит, все, да. Вон же у него эти прозрачные фильтра с одной стороны. Так, ну и что там дальше по программе? Все, сосем. А, нажимаем вот эти кнопки. Где они? А вот он. Тут не нажимается. Ё-моё. А может кранчик надо открыть? А, да, вверх. Вверх? Да. О, смотри, он даже щелкает, представляешь, так фиксируется. Ага. Че? О, у меня потекло. У меня нихуя не. А, нет. Потекло? Все потекло. Вообще никого нет. А, все, потекло. Ну давай нахрапом, как стоял, хрен знает сколько лет. Ну ты по аккумулятору не топай. Да ну это дурь с таким зажиганием. Ну, подожди, может надо вот эту шушку вот так сделать? Давай. Ну давай, давай. Стоп вверх, вниз надо. Я, блядь, в детстве 3 раза ногу сломал, пока так заводил эту машину. Я уже стар. Ну что, поставим зажигание это красивое. Да? Карп капает. Кто капает? Карп. Помочь хотел. Пока хотел, ты там все уже открутил. Да, короче, вот вытаскиваем всю эту старую систему порнографичную. Что-то я парюсь с этими проводами на самом деле. Тут их много. Вот. Но там все проще в новом зажигании. Там
Вообще, просто, по-моему, в садике ребенок может подключить. Да? Вот. Два штырька и плюс. И для дураков написано катушка зажигания плюс. Да. Только вот эту штуку как совместить, чтобы она в нужный момент херакила искру. Ну вот так вот ставишь ее. Не, ну там надо по этой, по метке. Да, по метке выставлять. И как реализовано опережение зажигания, вот тоже интересно. Болтики подберем новые, красивые. Болтики. Крышку зажигания тоже купил новую еще в прошлом году. Аккумулятора у меня нету. От мопеда, наверное. Да хотя что. Пойдет от мопеда, тут же нет электростартера на нем. Ну что-то дергается. Может зажигание ранее сильно? Я примерно посередине ее поставил. Посередине? Да. Так ты по метке выставлял? Ну по метке, посередине. Давай, заводи. Блять. В обратку? Да. А, ногу сломала. В обратку. Вроде в ту сторону. В обратку не бьет? Нет. Ты газуешь? Ну чуть-чуть, открыл заслонку. А газуй в пол. Давай в пол. Ой, устал, иди ты подергай. Слышь, ты большой какой, давай педаль крути, блин. Слышь, я устал. Давай. Ты снимай меня. Вот, вот, вот отсюда. Твой мопед вот же. Отсюда. Ну вот сейчас вот у хозяина заведется. Раздражает, что эта херня по ноге бьет. Эй, эй! Открываем. Кого? Заслонку. Ты ее что, сделал с ней что-то? Ты не помнишь, как она открывается, закрывается? Давай в другую сторону ее потом. Да, побольше. Ну-ка, обратную. Аккумулятор не слетел? О, в натуре аккумулятор. А, ну все. Ровненько, сука, работает. Аккумулятор, короче, надо нормально прицепить. Отнерит. А? Отнерит. Отнерит, да, отнерит. Так вот простоял. Ну, в общей сложности он простоял, наверное, лет 7-8. Его так периодически мучили, заводили. Цилиндр не работает вообще. Ага. А что он не работает? О. Да ладно, и одного хватит. Да не, одного-то не хватит.
5-1. Что-то, блядь. На Акуму уже сел, я думаю. Да, я тоже что-то там сел. Давай, сразу в гараж поедем. Если поедешь. Чуть натяни газульку. Не-а. Давай со второй. Вторая.